Сразу на двух площадках территориального отдела 6-й микрорайон прошли развлекательные программы для детей «Наш двор». Это одни из первых мероприятий такого формата после отмены режима самоизоляции. Сейчас жизнь возвращается в привычное русло, но в целях безопасности детей обеспечили средствами индивидуальной защиты. Родители наши активно принимают участие в таких мероприятиях. Дети счастливы. Конечно, за время пандемии очень заскучали по мероприятиям, которые и до этого у нас раньше проводились во дворах. Провели мероприятие активисты из молодежного совета. Вместе с аниматорами дети танцевали, принимали участие в конкурсах и играх, надували мыльные пузыри и фотографировались. Как бы нам сделать наш мир, ну, вокруг нас лучше? И мы, как говорится, хочешь сделать мир вокруг лучше, начни с себя. И мы решили начать с себя и подарить просто счастье, радость в дворы нашего Ленинского района, потому что программа у нас не только по Видному, еще в Мисайлово будет программа, в Володарке, в Горках, в Измайлово, ну и так далее. Одной из главных задач организаторы называют социализацию детей. Им хочется, чтобы мальчики и девочки, и, конечно, их родители, заводили друзей и новые знакомства благодаря таким проектам. «Наш двор» – это проект, который дарит детям счастье. И самое главное, чтобы из детства у людей оставались яркие воспоминания. И именно поэтому мы делаем для них сказку. Самые маленькие жители ближайших домов остались очень довольны уличным праздником.